Не помню, сколько она была, по-моему, где-то 40 она была с полгода назад. Так вот, цены растут. А какой же срочек взять, чтобы побольше и повкуснее? Не самое вредное. Президент 10,95. Это 5,95. Самый дешевый брать не буду, потому что, наверное, не просто так дешевая цена. Вот они, в принципе, вот эти вот такого типа, они все с чем-то вредным по-любому. Здесь 24 кусочка. Наверное, возьму вот такой вот красивый на нем семита нарисованный. Нарисованы семиты 24 треугольничка, там цена 29 лир. Но это вкусно должен быть. Кефирчики. Айрана, такой вот эта фирма потрясающая, вкусная, 1,5 литра, 15,95, вот этой вкуснейшей фирмы. И кефир их не пробовал, их не фирма, кефир дороговатый, 15,45 аж. Ё-моё, у них уже обычный кефир, 13,95. Маленького сейчас цена, как была большого, короче. Но я думаю, сейчас лира стабилизировалась, они должны будут цены откатить назад, потому что это очень дорого, 14 лир за кефир. Йогурт 15,45, вот такой вот литровый, натуральный, органик, еще написано к тому же. Что еще показать? Ом Активия, вот такая 23 лиры упаковочка, сколько их там, 6, по-моему, бутылочек, или 8, 6, наверное. Синдерин, вот это интересно. Рахат. Лактосус. А, это молоко. Это обычное молоко безлактозное. Просто 8,45 такой пузырик стоит. А так литр молока натурального. Написано органика натуральная. 14,95, 12 лир. Это тоже дорого, потому что молоко. Ну, обычное молоко по 5, по 6 лир. Здесь вот с шоколадом молоко 15 лир. Литровая бутылочка. Выглядит как какао. Красиво так. Здесь сыры различные. Смотрите, тут райп вообще по сырам тут, конечно. Вау-вау-вау. Лаваш пионер такой. Сыр лавашом 54,90, полкило. Вот это типа со скидкой такой вот классный. 62 лиры. Полкило тоже. Вот такой вот сыр, смотрите, полосочками. 104 лиры, вроде бы, если я правильно читаю. Большущий такой килограмм там. Сыр, вот вы видите, в самых разных разновидностях. Вот такими кусками. Вот 199 лир, такая огромная коробка. Шариками, вот смотрите, это 209 лир. Вот такой вот косички плетеные, некопченые, вкусные, полезные. 73 лиры за кило. Вот такой я сейчас на такой вот подсел. 2 кило, 224 лиры. Но я беру его маленькую упаковочку, прикольный. Смотрите, какая красота. Каких только сыров нету, елки-палки. Вау, тут фасольчики. Такая прелесть, вот такая. Молочная промышленность, я так понимаю, в Турции развита вообще капитально. Вот такой вот баночка, смотрите, какая красивая. 69 лир. Смотрите, сколько сыров, друзья. Просто капитальные. Выбор тут со всякими этими добавками. Вообще супер просто. Летом я не мог сюда заходить, потому что здесь холодильник. Мы сейчас в холодильнике находимся. Вот такая вот моцарелла твердая, 2 кило, 180 лир. А сейчас я одетый. Вот такая моцарелла для пиццы готовая уже. Вот такая стружка. 15 лир пачка, большая пачка, 194. Вот такая вот моцарелла стружка, тоже 49 пачка, полкило. Капитальный выбор тут, конечно, по сырам. Смотрите, это все сыры, друзья. Чеддар пениры. 325 лир чеддар, вот такой вот. 2 килограмма вроде бы, да, 325 лир. Вот такой вот сыр, интересно, пиде пенир. Для пиде специально готовить. 1,5 кило, ну, для пиццы. 1,5 кило, 135 лир. Чеддар вот такой вот, 200 с чем-то. Короче, тут сыры потрясающие, просто выбор. Конечно, ни в одном магазине Алании столько сыров нет, такого выбора. Тут именно вообще все, что только может быть. Обалдеть.
Смотрите, сюда оглядываемся, тут тоже все сырым. Этот 139, 2 кило. А, нет, этот 1,5 кило, наверное, 1,5 кило, 100 кусочков, цена 110 лир, 1,5 кило. И с той стороны это все тоже сырые, друзья. И вот это огромные сыры тоже. Вот я в Египте вспоминаю, все египтяне начинают завтракать своими местными сырами. У них вот таких тоже больших банках рассоли сыры. Такая огромная банка, 18 кило, кило, она стоит 810 лир. Обалдеть. Вот эти все вкусные. Вот это все сыры. Вы можете себе представить, какой тут ассортимент. То есть вот о каждом сыре, если рассказывать, о каждой разновидности, о каждой этой баночке, о каждом этом сорте, то тут не хватит нам и несколько часов для обзора. Это йогурт 22 лиры, тоже этой вкусной фирмы. И здесь тоже сыры, конечно, смотрите. Тут сыров, короче, километры, просто метра. Филадельфия. Большая, 412 лир, такая вот стоит. Моцарелла маленькими шариками, 39. А, это не моцарелла, это рикотта. Так, смотримся. Тут тоже красиво сервировали под Новый год, и елочку поставили. Тут вот все, что... И шакшука, и хумус, и баклажанчики, и все-все-все, что на стол новогодний именно может понадобиться. Вот это интересно, я не знаю, что это. Таратор, халуч, таратор, надо будет перевести, оно выглядит так аппетитно, похоже на какой-то салатик интересный. А что это, я даже не знаю. Американский салат 16. Перчики вот такие потрясающие, начиненные сыром, 18,49. Шакшука. Не вижу цену. Вот так вот здесь вкусно, друзья. Ладно, я выключаюсь, пока меня не это самое, не буду наглеть. Давайте немножко рыбу посмотрим, какие сегодня цены на Сипас и Дорадо. Ух ты, какая красавица, по 64 лиры. Ну, по 18, то, что можно брать, солить. Красивые рыбки тут, и 109, и 170. По 400 лир есть. Калкан. Красавчивый выбор, конечно, перед Новым годом. Здесь, смотрите, это... Кто это? Красивый и большой. Обалдеть просто. Сарталия 35 лир, тоже солить можно как хамсу. 85 лир кило вот эти штуки. Креветки разные, королевские, джамбо. Он 334, есть 119 креветки. Кальмар 119, маленькие такие. Устрица. Мидии 23,99, сколько там штук в пакете, я не знаю, сейчас посмотрим, почем чупра и гарна, Сибас Дорадо. Леврек сегодня по 60 по акции, это Сибас, самый дешевый по 60, а так вот это вот все, увидите цены. В основном Сибас тут и Дорадо. Такие цены сейчас, это красивая жарка. Это тоже Сибас, вот большой такой по 130. Рыбы полно перед Новым годом. Лосось красный по 242. Все, друзья, выключаюсь, не буду наглеть, и так много поснимал. Это метро у нас перед Новым годом. 23 декабря сегодня. Такие сейчас цены. Лира сейчас где-то за доллар 11 или 11 с чем-то. Чупра большая вот. Дорадо 177 большая. Скумбрия не вижу, есть скумбрия или нет. Скумбрия сейчас выгодно покупать мороженое, она 18 лир, 400 грамм стоит за мороженое. Я брал, солил, такая вкуснятина. Какая красота у метра сегодня. Спасибо за лайки, привет и за лайки.